каверы известных мировых хитов на народных инструментах, монологи из произведений классиков литературы и даже уличные танцы. Все это под силу первокурсникам Брестского государственного технического университета. Каждый год в ВУЗе проходит целый комплекс мероприятий для поступивших, в их числе и конкурс «Новые звезды БРГТУ». Правда, в этом году творческое испытание претерпело некоторые изменения. В этом году конкурс «Новые звезды БРГТУ», который проходил ежегодно в университете, немножечко изменил свой формат. В этом году мы назвали фестиваль «Молодые таланты БРГТУ». В рамках фестиваля проводятся три конкурса. Конкурс творческих номеров и концертных программ факультета под названием «Новые звезды» и конкурс цифрового творчества «Арт-портал» и конкурс тех, кто любит писать стихи, прозу, поэзии. Этот конкурс называется у нас «Автограф». «Если надо, мы станцуем, если надо, мы споем». Слова знаменитой песни как нельзя лучше характеризуют молодежь технического университета. Вопреки мнениям о том, что в вузы такой направленности идут люди скромные, увлеченные исключительно научными дисциплинами и литературой, эти юноши и девушки одарены творчески. Они умеют себя преподнести, а если надо, и постоять за себя. Ребята у нас творческие. Наш вообще университет в республике среди всех студентов самый творческий, несмотря на то, что мы технический университет. У нас два коллектива со званием «Народный». Коллектив академического хорового пения «Белая вежа» и «Народная театральная студия «Слово». Поэтому уже это само говорит о том, что ребята у нас творческие, и большинство из них составляют, ну, ребята не экономического факультета, а вот как раз-таки технические специальности. Членов жюри ожидают несколько таких вечеров. В рамках межфакультетских концертов им предстоит отобрать тех лучших, которые выступят на финальном шоу 17 ноября. Кроме того, победителям будут предложены возможности для дальнейшего развития. В Брестском государственном техническом университете есть немало творческих коллективов, где можно продолжить самообучение.